Господин премьер-министр, несмотря на разного рода перипетии на международной арене по нашим отношениям между Белоруссией и Азербайджаном, вы и мой друг, мой близкий очень друг и брат Ильхам Гейдарович должны знать, что закрытых тем в отношениях между Белоруссией и Азербайджаном нет. При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права. Мы не дружим против третьих стран. Мы делаем свое дело во имя наших народов. А то, что у нас сложились такие добрые дружеские отношения, так это история длинная, еще со времен Гейдара, с которым, несмотря на разницу в возрасте, мы были очень дружны. Мы всегда находили взаимопонимание и поддержку. И я часто Ильхам Гейдаровичу, нынешнему президенту, говорю: слава Богу, что нам с тобой удалось сохранить тот уровень отношений, который был издревле, можно сказать, у нас с его отцом. Поэтому милости просим в Беларусь. Вы для нас близкий человек. Вы представляете очень близкую страну. Я даже думаю, что у нас с другими странами нет более тесных и близких отношений, нежели с Азербайджаном, ну и Россией, естественно. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы наши договоренности, которые мы достигли во время моей последней поездки в гости к вам, были реализованы. Я вчера долго разговаривал с премьер-министром Беларуси по поводу экономических вопросов во взаимоотношениях Азербайджана и Беларуси. Никаких проблем нет. Единственное, что он сказал, желательно, чтобы быстрее. Ну, это хорошо, что в правительстве премьер-министр понимает, что надо сегодня быстрее, потому что время такое. Если в результате сегодняшнего визита и вашего пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, ну, и обязательно ускоримся. Мы, как президенты, вам мешать не будем, препятствовать этому не будем. Правительства должны ускоряться или замедляться по тем или иным проблемам. На международных площадках, вы знаете, у нас проблем нет. Мы поддерживаем друг друга, поддерживали, будем поддерживать. Я очень благодарен правительству Азербайджана и президенту за ту колоссальную поддержку, которую они нам оказывают. Вы знаете, наши отношения – это переплетение, хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений. Вот наши личные отношения вплетены в ткань наших межгосударственных отношений. И это способствует тому уровню, который мы имеем во взаимоотношениях. Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана? Мы все сделаем. Так было до сих пор, так будет и дальше. Уверен, что и Азербайджан для нас сделает все, на что он способен. Потому что так было всегда. Еще раз приветствую вас, Беларусь.